Девочки, всем привет! Спасибо, что вы заглянули ко мне на видео. Меня зовут Марина. На днях я сделала заказ вот с этого сайта, один из моих любимых сайтов, который называется Boozy Shop. Девочки, кто живет в Европе, знаете, может быть, кто-то не знает, на этом сайте одних из первых появляются новинки от Catrice и Essence. Я каждую неделю просматриваю этот сайт, и если выходят какие-то новинки от Catrice и Essence, и которые мне нравятся, я обязательно заказываю. И что хорошо с этого сайта, если вы заказываете до 8 вечера, то посылка вам придет на следующий день. В общем, это для девочек, кто живет в Европе. Ну что ж, поехали. Я вам покажу новинки осенние от Catrice и Essence. Что я заказала? Конечно, новинок вышло очень много, но я не стала заказывать все. Я заказала то, что мне понравилось. Также, если вы видели, у Essence, если я не ошибаюсь, вышла новая коллекция Disney с Винни-Пухом. Но мне не все там понравилось. Во-первых, я не любитель диснеевских палеток с мультяшками, как-то не мое. Вот так все приходит, кстати. Давайте я сейчас все разверну и покажу свой заказ. Заказала себе я из новинок вот такой вот тени-карандаш в стике, который называется Blend Online F-Shadow Stick Long Lasting под номером 02. В линейке есть 4 цвета. Мне больше понравился как-то вот этот цвет Руби. Кстати, он очень даже стойкий, потому что я видела у Кати, она купила тоже такой себе карандаш. Ее канал, по-моему, называется Катя Германия, из Германина. И она там его тестировала, и потом не смогла его удалить с руки. В общем, он и вправду очень стойкий. Давайте покажу. Это шиммерные тени. Вот такой у него есть отблеск. В общем, они очень, как я поняла, стойкие. Вот их можно наносить как тени, мне кажется, как подводку. В общем, мне кажется, самый удачливый выпуск у Essence в этом направлении. Ну, давайте в конце потом посмотрим, стойкие они или нет. Также у Essence вышла коллаборация с Микки Маус. И есть коллаборация с Винни-Пухом мультиком. В общем, диснеевские опять у них новинки появились. Мне понравились эти румяна. Я купила себе в оттенке 01. Они такие коралловые. Тоже слышала хорошие отзывы на эти румяна. Вот такая у них вот поверхность. Ой, они, знаете, такие как полукремовые. Смотрите. Они такие сатиновые. Мягкие очень, знаете. Не очень мягкие, но и не сухие. Такое ощущение, что это как будто кремовые румяна. Так, давайте покажу сводч. Как бы показать, чтобы вам было видно. Здесь так будет видно. В общем, вот на пальце, мне кажется, лучше виден перелив, такой вот отблеск. Такие вот шиммерные, то есть сатиновые румяна. Вот такая вот красота. Вот единственное, что мне захотелось приобрести у Essence с мультяшками. Так, забыла положить подложку. Также у Essence вышла новая палетка. До этого из этой серии были две палетки. Одна такая, если я помню, коричневая, золотистая и холодная. И вот теперь вышла вот такая вот бордовая, оранжевая. Называется Perfect You Energy.
Номер палетки. Здесь нет номера палетки, просто название. Так, а где сделана эта палетка? Палетка сделана в Китае. Мне понравились эти оттенки, это мои цвета, и решила я заказать эту палетку. Кстати, отзывы очень даже хорошие на эти палетки. Говорят, качество очень даже нормальное. И решила себе взять эту палетку. Давайте я сделаю свотчи и посмотрим. Здесь три шиммера и три матового цвета. Вот. Вот такие вот цвета. Давайте я сделаю сводчи. Надеюсь, у меня получится сделать красивые сводчи. Ого, какая она яркая. Вот этот, по-моему, дуохромный цвет. Он переливается. И давайте сделаю сейчас матовые цвета. Так. Беру сводчи. И попробуем матовые. О, да. Очень пигментированный вот этот матовый цвет. Смотрите, какая яркость. В общем, палетка на первый взгляд достаточно яркая и пигментированная. В общем, теперь у меня есть такая же, то есть новая палетка в моем арсенале косметики. Также у Catrice вышла новинка с Disney. А я вам до этого сказала, что у Essence вышла. Нет, у Catrice вышла новинка с мультиком Винни-Пух, а вот у Essence это с Микки Маусом. И от Catrice я заказала себе вот такой хайлайтер из серии вот Винни-Пух. Не знаю почему, но мне почему-то очень понравилась упаковка. Не знаю, содержимое как будет. Здесь 7 грамм. Сделано это в Китае. Веганское в составе Мика. Ну, давайте открою и посмотрю. Посмотрим, то есть вместе, что там и... как там внутри. Я, конечно, больше взяла из-за упаковки. Не знаю, мне вот понравилось, хотя я не любительница этого диснеевского всего. Здесь такая вот подложка. И вот такая вот красота здесь. Не знаю, как вам видно или нет. Ну, здесь хайлайтер из трех цветов. Темненький такой, розовый и цвета шампань. Ну, у них типа такого уже было с кофейной коллекции, я помню, но я не брала тогда. Ну, давайте посмотрим, какой этот цвет получится. Ну, да, конечно, надо кистью это все набирать. Мне кажется, это достаточно деликатный хайлайтер. Ну, я же как сказала, я взяла его больше из-за упаковки. Ну да, девочки, он очень деликатный. Я вот включила фонарик, чтобы показать вам его перелив этого хайлайтера. Смотрите. Но он такой, есть отблеск и розовый, и золотистый. Можно сказать, что это какой-то дуохром. Вот так вот смотрится. Он деликатный, но есть
Немножко такие вот мелкие-мелкие блестки. Ну, конечно, мне кажется, кистью надо наносить, и будет очень красиво. Вот. Вот такая вот красота. Упаковка просто шикарная, на мой взгляд. Классная упаковка. Ради этого я и приобрела этот хайлайтер. Кстати, девочки, давайте посмотрим, стойкий он или нет. Вот этот вот стиковый, стиковые тени от Essence. Давайте я потру вот так пальчиком. Смотрите, очень-очень стойкие. Посмотрите. А теперь давайте попробуем с салфеткой. Кстати, это салфетка для снятия макияжа. Да, уходит, но, как вы видите, надо очень сильно потереть. В общем, да. Хороший, стойкий карандаш. Карандаш тени, можно сказать. Как вы видите, очень-очень даже стойкий. Также от Catrice я приобрела себе новинку Lip Gloss, который называется... Не буду коверкать, вот так называется, но я это приобрела где-то дней 10 назад. Здесь в стационарном магазине, называется Don't Be Shake, под номером 30. Он был такой вот, как двойной идет, но при нанесении это все смешивается и становится вот таким цветом одним. Вот такая здесь вот щеточка, не щеточка, как это называется? Забыла. В общем, девочки, вы поняли. И давайте я вам покажу, какой цвет. Ну, цвет такой, знаете, прозрачный, но очень даже приятный на губах. Вот. Есть такой ненавязчивый аромат. Конечно, этот блеск не стойкий. У него ощущение такое, как будто у вас масло на губах. И то, что мне нравится, он не слепляет губы. И достаточно комфортно смотрится, чувствуется на губах. Вот, повторю, у меня оттенок 30. Хорошие блески у Catrice вышли. Вот такие у меня были новинки, которые я приобрела себе от Catrice Essence. Надеюсь, вам было интересно смотреть и слушать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.